Экспорт отечественных текстильных и швейно-трикотажных изделий за 7 месяцев текущего года превысил 1 миллиард долларов. Это на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расширяется и география экспорта. Например, в этом году наряду со странами СНГ и Китая, которые являются постоянными рынками сбыта, продукция впервые экспортировалась в Кувейт, Венгрию, Словакию и Грецию. Льготы на импорт ткацких станков из-за рубежа, создание кластерной системы в текстильной промышленности также делают свое дело. В преддверии главной государственной даты мы все больше осознаем те возможности, которые открыли свободные рыночные отношения. В основе достижений в той или иной сфере глубоко продуманные и успешно реализованные масштабные преобразования, чтобы не только сохранить, но и увеличить темп роста экономики, что особенно важно в период пандемии, принимаются комплексные меры. В частности, предусмотрен целый ряд льгот и преференций для предпринимателей при оплате таможенных, налоговых и других платежей. Так, за истекший период текущего года таможенным управлением по Сурхандаринской области предоставлены таможенные льготы предпринимателям на ввозимые товары на сумму 234 миллиарда сумов. В частности, узбекско-английским совместным предприятием «Амудартекс» закуплено за рубежом современное технологическое оборудование. Предоставленные предприятию таможенные льготы составляют 23,7 миллиарда сумов. Производственная мощность данного предприятия 7 тысяч тонн пряжи в год. Число работников порядка 400. За прошедшие 7 месяцев экспортировано продукцию на сумму более 5 миллионов долларов. На сегодняшний день со стороны руководства предприятия осуществляется практические меры по переходу на кластерный метод работы, поскольку он позволяет осуществлять глубокую переработку от сырья до выпуска готовых изделий. К примеру, стоимость 1 килограмма хлопкового волокна на мировом рынке составляет от 1,4 до 1,7 доллара. Цена 1 килограмма хлопковой пряжи от 1,8 до 2,2 доллара. Такое же количество ткани оценивается от 3,5 до 5 долларов, а 1 килограмм изготовленных из нее изделий уже стоит от 7 до 10 долларов и выше. Хлопковое волокно может не отвечать нашим требованиям. Бывает и так, что мы ждем сырье по несколько дней. Переход на кластерный метод позволит нам решить имеющиеся проблемы, а также повысить темпы производства и качество продукции. В настоящее время идет процесс строительства цеха по выпуску готовой одежды. Это позволит создать 1000 новых рабочих мест и еще больше повысить экспортный потенциал предприятия.